Я думала, водопады Водыки и Форт Боярд, а тут он вообще нервно даже не курит в сторонке и даже не бамбук. Вот это Форт Боярд. Мокро, скользко. Но благодаря физической нагрузке жарко. Камни, конечно, волшебные. Главное, нам надо идти по правой стороне, а непонятно, как по ней идти. Наверх нужно идти. Да? А ты, мы поверх пойдем, мы, наверное, не пойдем. Нам, у нас вариантов нет. Просто нет вариантов. Других. Либо по колено в речке идти. Держись за деревья и нормально. А вот здесь будет, конечно, опасное место. Нормально. Летом, конечно, тут можно брести, в принципе, очень легко. Ты живая? Живая. Здесь аккуратно, тут очень скользко и совсем экстремально. Я не уверена, что нам дальше надо по правой стороне идти. Я